север Дамаска. Здесь, на севере Дамаска, в районе Аль-Кабун, некоторое время назад обосновались боевики фронта Аль-Нусра. Из-за их бесчинств местные жители обратились к армии с просьбой освободить их от ваххабитов. Ситуация осложняется тем, что Аль-Кабун, Хараста, Барзе связаны между собой разветвленной сетью подземных ходов. Через Аль-Кабун проходит северная магистраль, которая является важной артерией города. Жители жалуются на то, что снайперы боевиков постоянно ведут огонь по всем подряд автомобилям. От этого страдают как жители района, так и проезжающие через него. 15 минут назад снайпер боевиков расстрелял грузовой автомобиль, который возил овощи в Дамаск. Командир танкового подразделения дает офицерам указания перед боем. Уточняются задачи, распределяются цели. Разведывательный рейд бронетехники. Выявляются огневые точки боевиков и собирается информация, которую невозможно получить наблюдением издалека. Операция проводится сразу по нескольким направлениям. Соседи уже вступили в бой. Весь этот квартал под контролем боевиков. Эти, занятые боевиками дома, являются первой целью. Они должны послужить плацдармом для дальнейшего наступления. Штурмовую группу прикрывает танк. Бандиты ведут огонь. Завязался бой. Танки БМП выдвинулись на помощь передовому отряду.
Тем временем силы штурмовой группы постепенно наращиваются. Танки БМП открывают огонь по огневым точкам боевиков. Боевики стреляют из гранатометов и орудий. Выстрел танка прекратил это безобразие. Задача выполнена. Плацдарм захвачен без потерь. Агентство Анна Ньюс. Марат Мусин, Василий Павлов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов. Сирия.